Победив лидера первенства ВХЛ «Тамбов» в первом матче, хоккейный «Ростов», как оказалось, выстрелил все патроны. И на повторную встречу ничего не осталось. А хозяева изыскали резервы в большинстве. Именно ненужные удаления поставил в вину подопечным главный тренер нашего клуба после матча. В самом начале второго периода на скамью штрафников сел Прохоров, и тамбовчане буквально затолкали шайбу в ворота под нашим вратарем. Но решающие нарушения случились в середине последнего отрезка матча. Чистяков и Блинов были наказаны с интервалом в 40 секунд. Втроем бригада меньшинства выстояла, а вчетвером не хватило всего 9 секунд. 0-2. Отыграться за оставшиеся 5,5 минут ростовчане не смогли. Более того, сняв вратаря, могли пропустить еще. Когда играют разные команды, решают во многом личности, индивидуальное мастерство. Ну, к сожалению, у нас не нашлось сегодня такого игрока, который бы взял на себя эту роль. Следующие матчи Ростова снова с Тамбовым, но теперь уже дома, 9 и 10 ноября.